Ну, собственно, по какой причине их берут? Или так просто берут на улице всех подряд? Это, знаете, такой сложный вопрос. Мне кажется, что я давно перестала искать причину и какие-то объяснения тому, что происходит в ЛНР. Потому что объяснить логически, зачем людей, гражданских людей берут в плен, ну, сложно. Объяснить, почему людей держат месяцами, тоже очень сложно. Потому что, ну, Антон, ты говорил, что там я занимаюсь освобождением заложников. Это не совсем так. Скорее, мы ищем возможность их освобождения, мы ищем людей, которые могут как-то повлиять на эту ситуацию. Но в Луганске с этим очень тяжело. В Луганске, если по Донецку, там хотя бы понятно, с кем вести переговоры, как и так далее. И мы видим, что по военнопленным там регулярно происходят какие-то обмены. То Луганск, Луганская область больше похожа на такую черную дыру, где люди просто исчезают, они сидят в подвалах. У нас есть информация о том, что они там, но мало кто там работает по освобождению. А вообще какие еще есть места, где их удерживают? Или это неизвестно? Мест много. Такое ощущение, что... Ну, то есть самое известное — это, конечно, СБУ, ОДА, это детские садики, это подвалы библиотеки Машинститута, это подвалы общежития Машинститута. Но попадаются информация о совершенно разных местах, например, о каких-то гаражах. Ну, это если брать по Луганску, да, там. То есть, в общем-то, есть ощущение, что в любом здании, там, так как, опять-таки, мы говорим о разных группировках, о том, что нет единой системы иерархии, то как бы разные группировки находят для себя какие-то удобные места, облюбовывают какие-то подвалы, какие-то гаражи, и там держат людей. То есть, хочешь сказать, что нет какой-то единой структуры, которая вот осуществляет вот эти вот все процессы, руководит ними, их много? Я не могу говорить о том, что там. Может быть, они считают, что она у них есть. Но опираясь на обратную связь от людей, которые приезжают, которые пытаются вести там переговоры, а людей, которые были в плену, есть ощущение о том, что какой-то определенной системы иерархии нет. Есть разные группировки, у которых есть свои командиры, они как-то взаимодействуют друг с другом, но нет даже ощущения о том, что они как-то сотрудничают, у них есть общее понимание, общие цели, общая какая-то деятельность.